у меня сегодня, девушки, был замечательный день. Сегодня на параде я познакомилась с интересным парнем. Мы с ним уже были в кино, смотрели Грету Гарбо. Ой, какая она красивая! Нет. Потом катались на лодке, гуляли. Он такой смешной, такой высокий и такой, такой белокурый. Он все время молчал и угощал меня ананасной водой. Водой? А мороженым? Мороженым угощал? И мороженым. Мне кажется, что он вполне приличный парень. А пирожными? Пирожными? Пирожными. Нет. Знаете, девушки, вот я всегда хотела только одного. Спокойный, тихий и чуточку-чуточку счастливой жизни. Его зовут Дик, и он тоже работает над Дик. Этим. Дик Лемон? Да, Дик да Лемон. Я его прекрасно знаю. Ну, если Анна знает, значит, он коммунист. Да, он комсомолец. Коммунист? Коммунист! А ты говорила, приличный. Ну, Элли, вечно так. Спокойной ночи, Лиззи. Коммунист. Коммунист. Лиззи. Лиззи. А? Дик славный парень. Ну что ж, пусть будет коммунист. Thank you.
Прошу встречать его, это настоящая невеста. Моя такая чудная, чудная. Пойди! Можно? Можно! Доброе утро, доброе утро, доброе утро. А у меня для вас... Сегодня писем нет. А у нас свадьба. Что? Лиззи выходит замуж. Ах, Лиззи! Какое красивое платье, Лиззи! Поздравьте ее, Лиззи! Да. Поздравляй! Ой. Поздравляй! А вы? Вы не собираетесь замуж? Я? Да-да. Нет. Да меня никто и не возьмет. Что вы? Это вас-то? Я первый! Продолжайте, Клебер, я вас слушаю.
Вы, конечно, лучше меня понимаете, господин директор, что это внезапное сокращение ставит нашу организацию, в частности меня, в крайне тяжелое положение. А что вы предлагаете? Завком не успел выработать конкретных предложений. Но лично я полагаю, что перевод на половинную неделю... На половинную неделю? А да. На половинную неделю будут переведены те, кто оставлен. Но господин директор... Хотелось бы все-таки помягче, господин директор. Может быть, не так быстро и не сразу, а понемногу, не торопясь. Перестаньте, Клебер! Я недоволен вами. Недоволен. Сейчас время решительных действий. Время крепкой руки. А вы по-прежнему занимаетесь политикой нынешнего зла. Господин Кром! Глупо, Клебер! Глупо! Круче вправо, дорогой мой! Круче! Не то! Господин инспектор! Умоляю! Умоляю! Господин комиссар, тяжелая наша жизнь, господин комиссар, тяжелая. Готово, господин комиссар. Уберите народ. Thank you.
креста. Месяцев. А ты давно здесь? Третий месяц. Придется подождать, девочка. 11 месяцев. И 2 раза был послан на работу. Женщинам еще хорошо. Нет. Я не пойду на улицу. Все так говорят. Пойдешь. Я не пойду на улицу. Я буду ходить сюда каждый день. И получу работу. Получу. Скоро ты запоешь другую песенку, красотка. Я получу работу. Я буду сидеть здесь с утра до ночи. А ночью прямо отсюда, да на бульвар. Спасибо.
Я не пойду. Я хочу тихой, спокойной жизни. Вот я получу работу, тогда Дик, я, мы оба, тогда заживем. Тогда мы оба заживем. Хорошо. Oh.
сыт, как папа римский. Не хнычь, Лиззи. Мы еще заживем, как лорды. Я не хочу, как лорды. Это верно. Скоро лордам станет хуже, чем безработным. Я хочу спокойной жизни. Спокойной? Это очень трудно. Нет, Дик. Ты понимаешь, вот если бы ты или я получили бы маленькую-маленькую работу, мы бы с тобой... Не надо! Не надо. Помните, малютка, жизнь бывает однажды, и лучшая в ней любовь. Жизнь бывает однажды, и лучшая в ней любовь. Пусть не пугает никого.
Купите печенье, замечательный вкус, купите кофе, прелестный запах, купите торт, дешево, приятный вкус, купите, ну купите!
дешево, элегантно, просто. Купите! Булам-булам-бул! Купите часы! Бананы! Купите пальто, пальто! Сегодняшние хозяева страны для своих кровавых замыслов. Нам, измученным голодом, нищетой и нуждой, капиталисты рассчитывают сделать из нас пушечное мясо. Они хотят нашими же руками готовить смерть нашим товарищам. Пуха! И швейных машин не стреляют. Верно, Кашевский, стреляют из пулеметов. А разве раньше Дека не работал их на войну? Значит, на войну работать нельзя! Нельзя! Правильно! Замечательно! Замечательно! Ну вот ты! Не мешайте ну, фотопластинки. Разве это не военный материал? Военный. Перевязочный бинт, марля, вата необходимы войне? Необходимы. Консервы, сапоги, хлеб. Все это в войне такое же оружие, как и пулеметы. Откажитесь все это делать, и вы никогда, нигде не будете работать. Мы будем работать. Мы будем работать всюду, где не будут изготовляться орудия смерти. И мы с ненавистью и ожесточением будем препятствовать работе тех заводов, которые в своих цехах готовят смерть нашим братьям по классу, смерть нашей родине, советской стране. А здравствуй, Советский Союз! Когда нас позовут на переоборудованный ДЭКа, мы как один ответим Августу Крану. Посмотрим, что вы ответите Августу Крану. Мы вам ответим. Ни одного рабочего на ваш фашистский завод. Правильно! Болтовня, друзья мои, бесконечная болтовня и туманные обещания грядущего социализма ни вас, ни ваших детей не накормит. Я Август Крон, человек дела. Знаем мы вас. Я не люблю болтовни. Каждое мое слово
Вексель! Слушайте, 8 месяцев тому назад мною было уволено 3120 рабочих. Сейчас мне нужно немедленно 2500. Условия! Тише! Условия! Тише! Работа в 2 смены. Смена 9 часов. Оплата 15% ниже существующей ранее. Вы живете. Дисциплина. Прогул. Увольнение. Опоздал. Увольнение. Рак. Увольнение. Грубость. Увольнение. И никаких агитаций. Я вас нанимаю не разговаривать, а работать. Все. Ну, кто согласен? Я жду. Кто? Кто здесь безработный? Ну, кто согласен? Ну, я, Лидия, что такое? Кто это? Подумай, Лиззи! Подумай! Не пускай меня! Лиззи! Ты не должна этого делать! Ты не должна этого делать! Я не пущу тебя! Подумай, а! И надежда! Задержите! Вердите ее! Задержите! Ты будешь работать на войну, товарищ! Мне все равно, на что работать! Я хочу есть! Ходила сюда каждый день. Каждый день. Сиди! Позор! Нет, Аня, мне не стыдно. Ведь я знаю всех, кто здесь сидит. Всех. Я знаю. Вот у него от голода умер ребенок. У него при смерти жена. Твой отец от нужды бросился в воду. Так почему же вы молчите? Почему? Ведь он вам предлагает работу. Он вам дает хлеб, молоко. Вот ты! Ты мне вчера говорила, что у тебя нет в грудях молока. Так почему же ты молчишь? Почему? Я согласна! Ну,
А ты уверен в том, что она в этом виновата? А кто же? Ты. Я? Да, ты. Удивительно. Ничего удивительного. Луиза твоя невеста. Ты ее знаешь 2 года. А втянул ты ее к нам? Помог ты ей разобраться? Нет. А вот теперь, когда девушка от голода сделала глупость, ты бросаешь ее. Дескать, мне стыдно, я коммунист. Ведь она пошла на Дека, предала нас. И ты, и я, и все наши, кому это удастся, все пойдут на Дека. Или, может быть, ты не пойдешь? Может быть, ты будешь стоять в стороне и наблюдать, как Луиза, Кашевский, Гельм и 1000 других одураченных кроном будут работать на войну? Нет, Дик, мы, коммунисты, там так... Дело. В чем дело? Мы говорили о жизни. Самая девушка, о которой я говорил вам. О, очень мило. Так. Хорошо. Ну, работайте. Работайте, дитя мое. А вот это, господа, гордость нашей фирмы. Это усовершенствованный тип модели ДК-48. Практика последних боев в Китае, Парагвае, Чили и Боливии показала, что наша модель применима в любой обстановке современного боя. Thank you.
капитан Крон. Что такое? Третий случай на этой неделе, господин Крон. Послушайте, вы, как вас? Кашевский, господин директор. А, Кашевский. Идите сюда. Пойдите сюда. Иди. Вы семейный? Да. Давно работаете на этом заводе? 25 лет, господин директор. Ну вот, мой друг. Возьмите эту бумажку, прочтите ее и ответьте этому человеку. За весь наш завод, за меня, за вас и вашу семью. Эту бумажку я уже читал. Ну и что же? К сожалению, господин директор, мне сюда нечего добавить. Браво, Кашевский! Это бунт! Бунт еще будет! Молчать! Взять его! Давай его! Возбудительно! Отчет! Кик! Алло! Лили! Берем! Уйди! Сейчас охрана арестовала Дика! Что? Где? Мы работали на конвейере, распространяли листовки, понимаешь? А у него наши бумаги, протоколы! Фу. Спокойно, спокойно, девочка! Верься! Изготовить для вышеуказанной державы следующее оружие. Летных обновленного типа HG-26 и HK-08-500 комплектов. Всего пулеметов различного типа 4500 комплектов. Зенитных орудий, облегченных 75-мм. Простите. Зачем вы здесь? Господин директор, я Луиза. Вы меня помните? Луиза. Да, дитя мое. Ради бога, Дик Лемон, он... Коммунист? Нет, он мой жених. А его арестовали. Господин директор, я прошу вас освободить его. Понятно. Господин директор. Уведите ее. Господин директор, пустите. Безобразие. Безобразие! Господин директор! Господа! Вы можете! Господин генерал! Уберите ее! Фред! Ради бога! Уберите! Господин директор! Все, ходите! Какая неожиданность! Вы понимаете, что директору некогда! Господин директор! Вы хороший, вы добрый! Господин директор! Пустите меня! Пустите меня! Пустите меня! Господин директор! Господин Крон! Смотрите!
списке... Господин директор! Господин директор! Прошу вас, господин директор, освободите! Вы такой хороший, вы такой добрый! Отпустите его, господин директор! Успокойтесь, дитя мое! Садитесь! Освободите, успокойтесь. Скажите, дитя мое, откуда у вас эти списки? Кто вам их дал? Кто? Это... Ну? Это мне. Один на конвейер, другой пародийный, третий хельм. Ступай. Товарищи, наша упорная с вами работа под угрозой провала. Провал может разгромить нас и отбросить назад. Решительности и быстроты требует от нас обстановка. Закрыть ворота и никого не упускать с территории завода. Слушаюсь, господин инспектор. Алло, алло. Давай. Вот номер один. Есть распоряжение. Клод, есть? Тех подбор удвоить посты. Есть? Немедленно. Алло. Алло. Элвен 2543. Да, оперативный. Оперативный, говорит инспектор охраны завода Дека Макс Трекер. Кто? А? А, лейтенант Кох. Добрый день. Добрый день, лейтенант. Здесь на Деке все благополучно. Нет, нет, дело куда серьезнее. Готовится стачка. Необходима срочная операция. Командир Крон приказал немедленно прибыть стать рядом на Дека. Я отобрал их при аресте. Так? Нет? Так? Нет? Никому? Никому не говорил. Били. Двое. Списки. Я вам передам их лично. Стой! Куда? Прекрати!
перестаньте, война! Прекрасные пулеметы, которые делаем мы, сегодня стреляют в Китае, Боливии, Перу! Завтра они будут стрелять здесь! Завтра они будут стрелять в нас! Кто из вас видел, чтобы завод, производящий мирные машины, расширялся? Кто из вас видел, чтобы фабрика обуви принимала обратно сокращенный? Никто! Расширяются только военные заводы, только они работают день и ночь. У Августа Крона одно средство накормить голодных, отправить их на войну, на смерть. Этого не допустим. Каждый час, каждая секунда приближает нас к войне. Нельзя медлить. Останавливайте конвейер смерти. Поднимайте знамя борьбы. Стачка, товарищи! Стачка! Стачка! Разрешите, товарищи, первое заседание стачного комитета завода ДЭКа считать открытым. Войдите! Простите. Простите. Я, кажется, не туда попал. Ты кто? Война! Оставьте меня! Иди, что вы? Ты зачем здесь? Я... мне... Анни! Это Кристи! 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 Анни! 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 Ой! Ой! Это ничего, ничего. Ты откуда герой? Я? Я? Из тюрьмы?
Политический? Да. Да. Коммунист? Нет, почтальон. Ничего. Это поправимо. Садись. Ну, пойдем. Товарищ, какой сегодня замечательный, радостный день. Сегодня мы одержали победу. Сегодня в наши ряды влились новые сотни бойцов против империалистических войн. Разве не замечательно, что в наш стачечный комитет вошли старые пролетарии, которых долгие годы обманывала партия господина Клебера? Разве не радостно, что люди, которые еще вчера стояли в стороне от классовых боев, мечтая только о своем личном счастье, о спокойной жизни, сегодня поняли, что спокойная жизнь в условиях диктатуры фашизма – это кровавый террор, безработица, голод и война.